Выплаты за годы совместной жизни – это единовременное денежное пособие, которое могут получить супруги за долгий брак. Начиная с золотой свадьбы, то есть 50 лет. Суммы символичны – 1 год любви – 1000. То есть в изумрудную дату югорчане получат подарок в 55 тысяч рублей. Сейчас это пособие оформляется только в 19 регионах страны. Ханты-Мансийский округ – один из них. Единовременное пособие могут получить граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Югры и имеют наличие трудового стажа работы на территории региона не менее 15 лет. Важно отметить, что пособие назначается, если заявление предоставлено не позднее 5 лет со дня наступления юбилейной даты. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте Агентства социального благополучия населения Югры, а заявление подается через портал госуслуг. Подробную информацию можете узнать по телефону единой горячей линии, которую вы видите на экране.